Нет, я... Жека, Жека, держи, держи. Это для тебя одно. Это второе для Стефана. А сейчас разреши мне продемонстрировать мои таланты, Жека. Давай, давай. Дорогой Евгений! Как делишь, крепятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы продолжаем троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет, и большое вам спасибо за вашу активность под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам, именно вам мы снимаем эту серию. И прямо сейчас, ребята, ставьте огромные пальцы вверх на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий будет выходить. Женя, давай, пошли, пошли. Давай меньше разговоров. Я хотел обратить внимание подписчиков вот на наши имена. Вот. Ну, с этим я согласен, да. Ну, вот, я с, вот с этим согласен, не-не-не-не-не-не-не-не, ничего там, все вранье, все, давай, о, что-то там построил, о, я уже вижу там что-то, о, ну ладно. Ой-ой-ой, все, давай. Да-да-да. Так, все, ребята, я знаю то, что у меня с наушниками полнейшая беда. Они так шандарахнулись на землю, то, что вам даже лучше не знать, как они поломались. А, но пока мне везут другие мои наушники, то мне как бы не остается выбора, как играть с этими. И терпеть то, что они вот такие поломанные. Но мне кажется, в этом нету никакой проблемы. Но в принципе, ребята, как я сказал, ставьте большущие пальцы вверх на вот эту серию, если хотите больше видосов по троллингу, да? И как видите, я уже успел построить вот эту карту, только вот тут забыл поставить вот эти вентиляторы. Поэтому, ребята, давайте я вам быстренько покажу, что тут будет. В первую очередь, у Жеки тут будет два варианта. Или пойти вот сюда, в эту комнату, где Жекины любимые писюнчики и также Стефан. Все мы знаем то, что Жека любит писюнчики, да? А во второй комнате он сюда сядет на вагонеточку. Вот она будет стоять вот тут. И доедет вот сюда. То есть в той комнате он ничего не найдет, потому что там ничего не будет. Я скажу: Жека, иди вот в эту комнату. А где он будет кататься по кругу, кататься, как потом заметит то, что тут есть какой-то проход. Ему нужно именно сюда. Но как только он сюда станет, тут будет Ибрагим, который сразу же его столкнет вот сюда вниз. Надеюсь, то, что так оно и будет. Надеюсь, так оно и будет. Но потом через какое-то время я скажу: нет, Жека, нет, тебе все же нужно было вот в эту первую комнату. Вот сюда. Потому что тут будет один секретный проход. Он там немного побегает, потроллится, но тут будет секретный проход. Вот тут. И тут будет написано «Лох». Но он пойдет сюда наверх и прыгнет сюда вниз и вернется в эту же комнату. Почему? Потому что ему не сюда нужно будет. Проход будет вот тут, за вот этим словом «Ох». Он пойдет вот сюда, и тут будет для него паркур. Я ему скажу: Жека, я знаю то, что ты не любишь паркур. Поэтому я тебе построил вот такой очень-очень-очень простенький паркур. И я, ну, сразу же упал, да. Я уверен, что он без труда пройдет вот этот паркур, потому что тут ничего особенного, какого-то сложного нету. Потом заберется сюда наверх, и тут будет еще один паркур. Тут будет написано чекпоинт, но если он нажмет на вот эту кнопочку, то я его затроллю, и он тпхится вот сюда обратно наверх. Ему нужно будет еще раз проходить паркур. Но после того, как он пройдет и вот тут наверху, потому что тут тоже просто изи паркур будет, он придет... О, сейчас, а тут вообще реально перепрыгнуть? Вот. Он придет вот сюда, наступит на вот эту плиту, и вот эта плита опять тпхит его сюда на начало. Я скажу: ну, Жека, ищи там другой выход. И он так будет пару раз бегать, наступать на вот эту плиту. Потом я скажу: Жека, нету там никакого выхода, а на самом деле выход будет вот тут, на самом-самом-самом начале вот этого паркура. Я надеюсь, то, что он сюда сразу же не упадет. Но после того, как я ему скажу, он должен будет упасть вот сюда, он упадет и окажется вот тут. Тут, кстати, еще нужно водичку налить, чтобы сразу он потушился. Вот так. После этого он пойдет вот сюда, вот сюда, вот сюда, в эту финальную комнату. Как только он зайдет в эту комнату, тут будет Стефан, который его не будет бить. Но зачем я это сделал? Ребята, вы меня очень просили в комментариях под этим видео, вообще под видео с троллингом, чтобы я поженил Жеку со Стефаном. И как только Жека зайдет в эту комнату, я сяду вот сюда за вот это фортепиано, вот сюда, вот, и начну типа играть на нем. Я потом через телефон включу ему звончик, короче, вы потом увидите, но это реально для Жека будет каким-то сюрпризом. И потом начну женить Стефана с Жекой.
посмотрим, что он будет делать, потому что, мне кажется, это реально будет очень даже смешно. Ребята, пишите свои идеи в комментарии, мне реально интересно читать ваши идеи. Я действительно даже иногда беру ваши идеи с комментариев и воплощаю их в серии. Прямо так, как будет в этой серии. Поэтому в этой серии официально Жиндос поженится со Стефанчиком. Тут даже где-то были какие-то кольца. Сейчас я, может, даже их найду. Тут вот одно кольцо и другое кольцо. Я подарю их Жеке и Стефанчику. И вот тогда они поженятся. Ну, в принципе, ребята, сейчас ждем, пока Жека там все достроит. И будем начинать серию. Мне уже не терпится поженить Жеку со Стефаном. Будущие молодожены. Ну что, Эдисон, ты готов приступить к моему Ой, Жека, готов, да. Всегда готов. Давай. Смотри, значит, перед тем, как ты приступишь, небольшая предыстория. Давай, я слушаю, давай. Мы, конечно, все знаем, что ты не любишь Ибрагима, я ненавижу Стефана, но все же они наши персонажи, они наши, так сказать, друзья уже стали за это время. И знаешь, они очень сильно заболели. Вот. Они очень сильно заболели и попросили тебя прийти к ним и что-нибудь там, не знаю, принести какие-нибудь подарочки, может, ну, в общем, поддержать их как-то. Они, короче, у них температура очень высокая, они вот это по их словам передаю, чисто вот они мне сказали, я тебе передаю. Вот. И, собственно, сегодня ты пойдешь в гости к Стефану и Ибрагиму, они живут в одном доме, как это было бы ни странно. Вот, я, кстати, тут еще подарочки приготовил, ну, для них, ну, я тебе потом их отдам, ты вначале иди, да. Собственно, приступай, проходи. Cool story, бро. Ну ладно, я пошел. В гейммоде 1, ладно, да. Ты ничего не сказал, Тогда хорошо. Ты должен меня слушаться, и ты должен быть в гейммоде 0, и единственное, что ты можешь ломать, это алмазную руду. Больше ничего ломать ты не можешь. Хорошо. Все, приступай, Эдисон. Вот он домик, собственно говоря, Ибрагима и Степана. Можешь к нему туда зайти. Прыгай, да. Сейчас бы прыгнуть. Ладно. Как хочешь, Эдисон. Ой. Так, меня не толкать, хорошо? Ты к домику не хочешь пройтись? Да не, ну тут я вижу, код какой-то нужен. Дом Стефана Ибрагима. Так, а там никого нет уже, а что там, стена? Да это дверь там вторая просто еще. Внутренняя, понимаешь? Ладно. Пароль не угадал, ладно, пошел внутрь. Да, собственно, тебе нужно те 4 циферки, они есть на этой карте. Вот, у тебя есть кирка, ты можешь ломать только алмазную руду. Ой, твою мать, я обосрался, я честно обосрался, когда на меня курица выпала. Такая подсказочка, ты вряд ли их сможешь убить. Да ты иди ты в жопу, а. Так что продолжаем скапывать алмазную руду. А ты вообще как бы пытался реально вообще скопать, когда... Да. Ничего, это нереально. Жека, я убегаю, пошел ты в задницу. Хорошо, можешь, в принципе, туда не идти, возможно, там ничего и нету. Но тебе нужно найти 4 циферки. Ой, 4 циферки, Жека. Может, не надо? Так, где же эти 4 циферки на ты, ты уверен, то, что тут ничего снегом как бы не засыпало? Не-не, ничего не засыпало. Уверен просто на все 100%. Да, уверен. А ну покажи мне, где вот эти цифры, я убежусь, то, что ничего не засыпало. А, ну да, сейчас я возьму и покажу все циферки, да, конечно. Ой, Жека, где циферки? Ну подскажи мне, пожалуйста. Ну, хорошо, в принципе, возможно, в шахте есть одна циферка. Возможно. Ага, и курица, да? Да, и курица там тоже. Да пошел ты в сраку! А чё я не атакую? Атакую, я просто очень... Твою! Ой! Ой, смотри, там, кажется, какая-то запись. Ой, да, реально, чё-то есть. Вторая 8. Всё понятно. Ой, курица. Да дайте мне пройти! Ладно, курица. А, дайте мне скопать, это долба скотчена, и все, ничего тут нету. Ай, да ничего, дайте ничего, вот это хочу скопать. Да пошли вы в задницу. Вот там записка есть. Да, конечно. Где записка? Не верю я тебе, ты обманщик. В потолке записка, ты должен срочно скопать. Ты обманщик, я тебя сейчас, зараза. Жек, уйди. Не хочу. Все, я больше не люблю курицу. Все, буду только мясо кушать. Отстаньте. Ну, может не идти. Может пойти в другое какое-нибудь место. Тут еще много всего есть. Давай. Одна цифра у тебя есть, в принципе. Ладно, послушай этого дебила. Опа! Ага! Да, круто. Только тут ничего нету, да? Да, что-то, по-моему, ничего нету. Ой, или есть. Круто. Ой, а что такое? Тут ничего. Ой, ты дебил. А нет, все же есть. 5.
Так, нашел. А что это такое? Что это такое? Ничего тут не шо. У тебя уже есть две цифры, Ничего тут нет, Так, нет. А ты уверен то, что. Так. Тут точно ничего не засыпало, да? Да, да, точно ничего не засыпало. Ну смотри, будешь ты виновата, если что. Ага! Это 6 или это 9? 6 или 9, дядя? 6 или 9. Может, 69? Мне нравится просто сочетание вот этих цифр. кстати, может быть. А, нет, все же есть 5. Ну смотри, если вторая 8, а 5 это какая? Ты забыл написать. А, ну ладно, так, так уже быть. 5, 5 это первая. Ага, то есть 5, 8. Хе-е-е, 6 или 9? Мне кажется, 9. Или 6. А, или 6. Или 9. Ладно, ладно. Опа. Да, здесь можно прыгнуть. Ой, не получилось. Не получилось, Жека, не получилось. Почему? Не получилось, не получилось. Одна циферка. Жека, мне кажется, ты меня обманываешь. Нет тут больше никакой циферки. Мне кажется, есть. Где-то она все-таки должна быть. Ну подскажи, ну где? Ну где? Я не вижу. Ну не знаю, где-то вот, так я скажу, на этой карте должна быть она вот. Ну тут есть тролль вот наверху, да? Это точно не циферка. Да, это точно. То есть 5, 8, 9, да? Ну да, да, 5, 8, 9. 5, 8, 9, 1. Нет. 2. Нет. 3. Нет. А 4, ты уверен, что 9, 5. А не 6? А мы еще все протестим. А ты уверен, что это последняя... точнее, предпоследняя цифра, а не последняя, Эдисон? Жека, мне как бы не впадло... Слишком много неуверенности, Эдисон. Слишком много неуверенности. Ты пошел ты сраку. Так, Жека, где? 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 Даже не знаю, Эдисон. Ну ты поищи повнимательнее. Тут главное твоя внимательность. Ты можешь подпрыгнуть, да... А может что-нибудь найдешь? Внимательность, или значит, нет? Да? Значит, внимательность, да? Внимательность. Да ничего тут нет. Ноль может, ага. Возможно, да, возможно. Так возможно или ноль? Возможно и ноль. Да я пробовал, ничего там не было. Так, 5-5, да какая там 5-8. Эдисон просто додумывает сюжет моей карты. Я даже не подозревал, что это похоже на 0, ну ладно. Да в смысле? Да, да, это 0, это 0. Какая ты зараза. Мне кажется, вряд ли так угадаешь. Я угадаю, только дай мне где-то 3 минуты, я угадаю. Так, ну ладно. Ну если первая 5, вторая 8, то как бы... Да. Ай, шо же так сложно-то, шо же так... Ладно, я тебе дам подсказку. Это находится в стороне шахты, то есть вот где-то вот здесь, где-то здесь. Ну, то есть не в шахте, а вот где-то здесь. Тут какая-то свастика, чё, нет, это не... Ага! Так. Да, всё, ты нашёл последнюю цифру. Жека, это не, это чё, это буква М или чё это? Ну, как бы здесь только цифры. Это Э. А, да, это Э. Это Э, это не буква, это Э. Так, 5, 8, 3, 9, 6. 5, 8, 6, 3. 5, 8, 9, 3. Да ничего не работает, твою мать! Ну попробуй еще раз. Смотри, ты уверен, что 5 это первая цифра? Да. 8 это вторая. То ли я слепой, или это так. Ну, как думаешь, 3 это какая цифра? В смысле? Ну... Цифра 3, как думаешь, это какая? Третья или четвертая? Откуда это? Ну смотри, 5, 8, 3, 6. Не подходит. 5, 8, 3, 9. Я уже вводил! Стой! Ооо! Если ты зайдешь, все-таки хочу тебе дать подарочки, которые ты должен подарить Ибрагиму и Стефану. Ну слушай, походу они тебя обманули. Они, кажется, не болеют, они тебя просто позвали. Поучаствовать, да, в этом все. Участвовать в этом фильме и посмотри подарочки, мне кажется, тебе понравятся подарочки. Не, выпустите меня, пожалуйста. Тут есть выход, Джека? Скажи, что тут есть выход, пожалуйста. Нет, выхода здесь нету, собственно, Эдисон, давай посмотри подарочки и присоединяйся. Подарок Ибрагиму. Яблочко, мандаринка, нет. Чего? Ладно. Так, что за палочка непонятная? Так, ну ладно. Это... Я вас буду снимать, Адис. Присоединяйся. Я не хочу, не-не-не, я тоже поснимаю. Тут камер на всех хватает, поэтому вот, я так буду. Хорошо, поснимаю вместе. Жек, тут точно выхода нету? В смысле нет выхода? Как код, ты же знаешь, нет? А-а-а, вот это...
Вот это что, 5, я уже забыл, 8, 3, 9, а все, все, Жек, ладно. Ты там, нет, ты можешь возвращаться там, они тебя ждут, мне кажется, можешь с ними... Да, нет, они именно тебя звали, я говорю, они попросили тебе сказать, что... Ну ладно, ладно, так, Жека. Тоже гейммод 2 включай, и тоже слушаться только меня. Хорошо, хорошо, я понял. Давай. Так, поехали, я готов. У меня для тебя будет сегодня подарочек. Так, Жека, ладно. Ты готов? Сегодня будет очень серьезное мероприятие будет. То есть не облажайся. Пошли, Жека. Заходи. Мероприятие. Питера. Жека. У тебя тут есть два... Подожди, слушайся меня. У тебя тут есть два выбора. Вот, выхода, точнее, входа. Или слева, или справа. Но ведь как... мне почему-то кажется, что тебе нужно сюда направо. Хотя, может, налево... Тут, может, что-то тоже есть, я не знаю, Жека. Сейчас я... Всё, можно, да, двигаться? Да. Так. Ой-ой-ой, нет, там в письке, я... Да иди туда, Жека! Не, я не хочу за письками, я лучше поеду. Я поеду на машине. Ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой. Ой-ой-ой-ой. Нет, все-таки надо было к писькам идти, ну ладно, хорошо. Да, надо было к писькам. А может нет, может просто тебе нужно было что-то тут сделать, я не знаю, Жека. Даже не знаю. Сейчас подожди, спаунпоинт поставлю, это точно давай, я знаю. Давай, давай. Так, ну хорошо. Подожди, Жека. Ты умер, конечно, один раз, но как бы... А, нет, там Стефан! Нет, я туда не пойду. Очень поджег тебя. Ну ладно, иди сюда, Жека. Куда? Все, тихо. Так, тихо. Ага, я понял. Ай. Правда, они свой фильм снимают. Это все ложь, провокация. И что делать мне? Ну ищи. Ищи проход, ищи выход, ищи ошибки, Жека. Ищи ошибки. Ищи ошибки. Так, проход все нет, да, должен быть какой-то. Ай! Кто меня... Ибрагим тебя бьет. Рукастый такой? Да. Ну, Жека, да. Не знаю. Ну, в смысле, тут может где-то проход будет. А может да нет? Я прочекал, ничего нет. Ну ладно, давай тогда в другую комнату. Так, ладно, Стефан. Стефан, я только зайти на минутку. Нет. А я быстро. Блин, куда? Ничего нет. Нет, Стефан, я просто тебя погиб. Пока. Все, пока. Кто-то просто очень слепошарый, мне кажется. Ну ладно. Давай. Или нет, я не знаю. А, вот. Давай, пей. Да не, Жека, так не работает, тебе не туда нужно. Куда мне нужно? Ну ищи проход в стене, может за писюнами, ты же любишь писюны, потрогай их, может. Я все потрогал, все писюны. Ну тогда проходи, может тут где-то секретный проход есть? Это же по моей части потрогал. Ну проходи в стену, дебил! Куда? Может где-то тут невидимые блоки есть? Я пытаюсь проходить. Проходится. А может на писюн нужно запрыгнуть на вот это? И может где-то там... О! Блин. Вот, теперь сюда тебе нужно. Да в смысле, нет, я не хочу туда обратно. Ну, не знаю, может не обратно. А может тут еще один проход из дебила кусок, а? Ой, проход. Может за лохом что-то есть? Сколько тебе подсказок нужно дать, Жека? Какой же ты тупой. Так, Жека, не проходи, стой тут. Я знаю то, что никто из нас не любит паркур, поэтому я сделал такой простенький паркур, чтобы никто не парился. Давай, мне кажется, ты просто это все пройдешь. Да, там все невидимые блоки. Да, не будет. Да. Вот сейчас я упаду, так, вроде еще нет. Смотрите, он даже меня не троллит. Что он делает? Мне же сказал, я тоже ненавижу паркур, поэтому не хотел тебя троллить паркуром. Давай, проходи вот тут если выйти. Дебил. Чё ты засмотрелся на тебя и упал? Ты пехай. Давай, проходи. В ту, да. Сохранись лучше, Жека, чтобы не... Ой! Ладно. Пожжёт ты в жопу. Ладно. Жека, сохранись еще раз лучше. Ой, все, молодец. Так. Ой! Мать. Я не хочу тебя троллить паркур,
Жека, может там где-то проход был возле вот этой нажимной плиты, я не знаю. Там ничего нет. О, мне кажется, ты нашел, Жека, выход, да? Случайно, но нашел, молодец, молодец. Так, Жека, стой, стой. Жека, сейчас, дай мне подготовиться, дай мне пару секунд, Жека. Мне нужно подготовиться. Заходи. Твою мать, опять Степан, уже там был. Жека. Жека. Ох, Жека, Жека. Ты читал мои комментарии? Ты читал мои комментарии, что мне там подписчики писали? Какие именно? Ну выйди оттуда, выйди. Не нужно тебя видеть, чтобы Стефан тебя тоже видел. Нет, я... Жека, Жека. Держи, держи. Это для тебя одно. Это второе для Стефана. А сейчас разреши мне продемонстрировать мои таланты, Жека. Давай. Дорогой Евгений. И Степан. Готов ли ты, Евгений, взять в законные мужья Стефана? Готов? Ладно, так как нам плевать на мнение Жеки, Стефан, готов ли ты взять в законные... Готов ли ты взять в законные жены Евгения? Я уверен в том, что он готов. Поэтому, молодожены, я разрешаю вам поцеловаться и жить дружно. И жить дружно и мирно до конца. Пока смерть не разлучит вас. Ура! Ребята, ура! Давайте все дружно скажем. Горько! 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 Ой, Жека, Жека, ну как? Ребята, вот так вот за меня ненавидят, постоянно Стефана, ну чё, Жека, как, рассказывай, как это, жить в браке? Мужка это не одобрит, когда выйдет кольцо на моего пальца. Показывай это видео, не дай бог это узнает. Кто? Кто она? Ну, девушка моя. Стефан, так он так знает. Да, как... Нет, Стефан, Стефан, это моя жена. Нет, это ты его жена. Он больше мужик, чем ты, Жека. Жека баба, как бы. Даже вот у тебя за спиной. У тебя за спиной написано Жека баба. Лучше всякой бабы, чем где-то пердуном. О, ладно, ребята. Большое спасибо за просмотр. Кстати, большущий палец вверх на вот эту серию с троллингом, если хотите больше видосов с троллингом, чтобы мы дальше, Жека, продолжали троллить друг друга. Ну, заканчивай серию. Я тебя пожую, да, Ибрагим, я тебя пожую, я отомщу. Ладно, ребята, так и Жек не хочет прощаться. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.